Здравствуйте, друзья. Я думаю, что мы с Наташей Квик, можно сказать, вас порадовали, повеселили. И я это по количеству просмотров так об этом сужу. И я, знаете, вешал видео вчера, так можно сказать, в антисанитарных условиях, потому что пришли гости, и я так вот с гостями там раз на секундочку убежал, там поставил видео, значит, там варится, потом раз побежал на секундочку, подгрузил и не дал ссылки на канал Натальи, и я сейчас исправил с утречка, вот, но у нас много с ней еще видео будет, поэтому там я надеюсь, что как бы со ссылками проблем не будет, и Наталью все найдут, кто захочет найти. Вот. С утра я что-то так тоже, знаете, глаза продрал, смотрю, что-то сотня набежала лишних подписчиков, как бы не то, что лишних, а больше, чем обычно вот за ночь бывает. И тут я подумал, эх, это же, наверное, от Натальи. Какие-то женские явно такие голоса, вот как это сказать, такие трепетные, вот трепетные, обеспокоенные. Я смотрю, боже, как они любят Наташу и вот переживают за нее. И у нас начинается группа завтра, в которую приехала как раз Наташа. И мы сейчас как-то больше контролируем, лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз на нас свалилось 40 человек, и мы даже не знали, сколько их будет. Сейчас мы обзвонили тех, кто зарегистрировался. Мы теперь всем говорим, надо регистрироваться. Получилось там 32, что ли, 33 человека. Но на самом деле я знаю, что еще некоторые на машине едут. И там как-то вдруг они неожиданно откуда-то появляются. Вот я буквально день-другой назад разговаривал с человеком, который, может быть, не собирался ехать прямо сейчас, лотерейщик, то есть у него так вроде все документы на руках, но он там думал через месяц, через два там какие-то дела с Украины, и там вдруг получается, что подали законопроект в Раду, с его слов я как бы за что купил, что какие-то ограничения ввести на выезд из страны людей призывного возраста в связи с мобилизациями. И я думаю, скорее это с тем, что народ прячется от мобилизации по заграницам. Поэтому он как бы подумал, что вот глядишь, там завтра, послезавтра какой-нибудь указ будет на этот счет. И он не успеет так нормально уехать. Поэтому вроде он тоже должен влиться, вот может быть не во вторник, может быть в среду, в четверг. Так. То есть какие-то такие еще разные есть обстоятельства, когда люди неожиданно подъезжают. Поэтому я думаю, что их будет человек, эдак, наверное, 35, может быть, там 36. И мы переведем их с утренней смены на середину дня. То есть у нас обычное расписание там с 10 до 3, потом с 7 до 11. Вот. А мы их вклиним в большую классную комнату между 3 и 1, и 7. Там по 10 минут отрежем с двух сторон, и будет вот такое нормальное расписание. Они будут одной группой в большом классе. Так что сегодня у меня такой день приемный, что ли. Это значит, что пересменок, приезжают новые люди. И я, наверное, сам поеду в пару мест. А еще кое-куда поедут другие люди. Просто так получается, что они приезжают почти в одно и то же время в разные аэропорты. Поэтому я посмотрю, если Наталья будет в настроении боевом, то, может быть, я ее за компанию тоже возьму, и мы по дороге будем обсуждать, какие у нее впечатления. Вот. И будем вас развлекать. Так что, что, собственно, и есть цель такого общения блогеров, да, значит, развлекать публику вдвоем, я вам скажу, развлекать гораздо веселее. Плюс блогеры все-таки, из них не надо вытягивать так мучительно всякие истории. Они с удовольствием рассказывают,
что-то. Поэтому общение с блогером, интервьюирование блогера – это очень легкий такой процесс, радостный. Да? Ты раз ему вопрос, а он как пошел, что-нибудь рассказывает. Это большое дело. Вот мы приехали к нашей школе. Вот тут светофор. Ну, вы не видите, но вот он, я стою сейчас на светофоре. И направо идет улица. Значит, если по этой улице пройти пешком, я не знаю, метров 300-400, то вот там как раз и живет Наталья. То есть совсем-совсем близко. Вот. Она... Не знаю, как у нас тут будет справляться, потому что привыкла нарядные ходить, а у нас, видите, тут все-таки не банковские, не банковская сфера, это у нас народ в кроссовочках, там, не знаю, в джинсиках, маечках, очень простенько одевается. Вот, даже сотрудники, вот видите, ходят, черт знает в чем. Вот, но посмотрим, как пойдет. Мне очень интересно, мы еще поговорим с Наташей на эту тему, но я вижу, что она любит нарядиться. И есть девочки, которые как бы так, лишь бы аккуратненько, а есть такие, которые, чтобы эффектненько. Вот мне кажется, Наташа любит так эффектненько. И это неплохо на самом деле. Это неплохо. И в классе, и на интервью это все здорово. Там люди говорят, как она справится с поиском работы там, и так далее. Мы на самом деле ведь все это покажем. Вот с той же тщательностью, с которой мы показываем стройку моего дома. Каждый день, значит, там, что на стройке. Я сегодня не стал стройку снимать, потому что на час, на полтора раньше выехал в офис. Поэтому там пока как бы нечего толком снимать. Вот. Ну и вот здесь такая будет стройка. То есть мы будем каждый день потихонечку по элементикам показывать, как это все работает. Потому что там... Может быть, есть много такого внешне непонятного. Думаю, откуда берется? Вот оттуда и берется. Вот. И я ни в малейшей степени не сомневаюсь в успешности того, что делает Наталья. В смысле, что она будет нормально работу найдет. И потому что она хорошо по-английски говорит, и она живая, и глазки светятся, и то, что она там... Сколько там, 47 лет? 47 лет не предел. Прекрасно. У меня за 50 были, сколько хочешь. Просто, чтобы человек бодренький был и в бой рвался. Значит, много я видел там комментариев. Как же, куда же она? Ведь там есть возрастной, значит, там какой-то предел там или что-то. Я... Да нет предела возрастного. Есть пожелания, есть статистика. То есть я говорю, когда я говорю, что желательно там ну, до 45, например, да? Значит, имеется в виду, что статистика ухудшается с возрастом. Но это не значит, что конкретные вот там Петя, Коля, Вова там. Слушайте, надо же с утра приехать, чтобы прямо возле офиса паркинг был. Это просто что-то невероятное. Вот что значит рано приезжать. Сейчас у нас 9:15 утра. Вот. Так что никаких сомнений нет, что все пойдет. Будучи банковским работником, Наташа... является хорошим пользователем. Это очень-очень важно для того, чтобы быть таким начинающим тестером. Это очень важно. Потому что тестер не может тестировать, если он не пользователь. Он не видит софтвер со стороны пользователя, как он будет тестировать. Так что мы все-все-все покажем. Вы спрашиваете, если что-то непонятно или концептуально, или в деталях, потому что... Я хотел показать на человеке, который постарше, вот не там 25 лет с ними все понятно, а вот когда плюс еще 20, это как? Вот, поэтому мы покажем на Наташе, как это все получается. Я думаю, у вас у всех будет еще возможность за нее порадоваться, когда она работу найдет и будет денежку получать. И не только денежку, но удовольствие от жизни, потому что там, как бы сказать... Приятная обстановка в IT-компаниях, там образованные люди, они самодостаточные, вежливые, культурные, так как бы симпатичные. Так что все это впереди, ребята, и мы так и на моем канале, и на канале Натальи, я думаю, мы с разных сторон все это посмотрим, вот эту параллельную реальность создадим там, я с этой стороны, она со своей. Счастливо!